эти ребята отличаются немножко от наших тем, что они более взрослые. Вот, они уже более ценят человеческую жизнь, они более собранные, с ними приятно работать, потому что они пытаются что-то понять, узнать новое, да, и так далее. Первое впечатление о городе, такой большой, красивый, все такое, река, такая атмосфера классная. Люди очень, очень доброжелательно к нам относятся здесь, прям как к родным. Пономарев Александр Юрьевич, он очень интересно рассказывает. Он нам рассказывает со стороны спасателей. То есть мы знаем со стороны медицины, то есть алгоритмы, как это должно быть. А он нам рассказывает интересный случай из своей жизни спасательской, как это он видит с его стороны. Поэтому это очень интересно. Основы первой помощи – это, безусловно, очень важное знание в наше время. Каждый должен знать базы остановления кровотечения, базы оказания первой помощи там, при каких-то неотложных состояниях. Мы очень благодарны городу Омску за то, что и нашему куратору, в частности, что привел нас сюда, помог нам еще раз все это вспомнить, еще раз это все обсудить. Провести какие-либо манипуляции на фантомах.